Здравия желаю. Продолжаем эксперименты. Значит, сегодня мы запитали вот светильник. Видите, светильник. Вот отражение его. Засветили его на панель. Я вот закрыл специально окна, чтобы темно было. Чтобы не влияло это, как бы, свет с улицы на панель. А именно в темноте, допустим, ночью. Ночью будет работать на самозапит или нет? Проверить. Вот, получилось, что работает. Сейчас посмотрим. Показания, вот, вольтметр. Так, вольтметр. Сейчас включим. Какой выход? Так. 5, 18, 5, 19. То есть, как видите, не сходит. Я уже проверял в течение часа. Так и стоит 5, 18, 5, 19. То есть напряжение не сходит с батареек. Это значит, система работает и в темноте. Даже на такой маленький светильник. В дальнейшем будем испытывать на более мощное. Сейчас вот надо лампочку на 12 ватт. Оптимально сюда подать 12 ватт. Я вчера подавал от этого, от 220. А надо такую лампочку, значит, на 12 вольт приобрести. У меня только на 5, на 5, на 7. И тогда получается, значит, когда подаешь на панель, выход 27 ватт, а лампочка потребляет, значит, 12 ватт. То есть вот это к вопросу о КПД. КПД где-то около 300, пока то, что я обнаружил. 300% КПД. Значит, далее приобрету лампочку на 12 ватт, на 12 вольт, и будем еще с ней, тогда получится больше выход. То есть там мы сможем уже и осветить ей, и еще батарейку, там у нас остается 15 ватт, мы можем батарейку заряжать на эти 15 ватт. Спасибо за внимание, желаю всем крепкого здоровья и успехов в труде и обороне.